Ну вот, друзья, сейчас запишем небольшой тест. Камера у нас Sony X3000 Action. Идем нормальным шагом по аллее Славы. Впереди у нас памятник солдату, сзади памятник афганцам, БМП стоит. Пишем на 25 кадров. МП4 720, ну и 10080 тоже на YouTube оставляют нам после их сжатия или расширения, там что они делают на YouTube, я не знаю. Угол у нас самый-самый широкий, так что вы видите, здесь дома построены сразу после войны военнопленными немцами. Ветерок чуть-чуть поддувает, но слабенький. Здесь у меня шумоподавление включено, стабилизация, две стабилизации, объектив, электроника, все включено. Вот сейчас поддувает, но пальцевый такой бокс у меня, пальцевый, на пальцы камера позволяет удобно держать, нести без всяких моноподов. Все хочу этот монопод приобрести, но что-то пока обхожусь, и картинка довольно-таки приличная получается. Почему? Потому что никаких колебаний нет. Иногда, когда вообще так вот шаг вот делаешь, то есть вообще никакого колебания. Когда нормальным шагом, конечно, немножко покачивает, но это глаз сильно не ранит, так как пишешь на такие камеры, где нет стабилизации. Сейчас идем на родник. Хочу вам показать скворечник. Вот сейчас ветерок дует, естественно, без, у нас нет никаких специальных защит от ветра. И иногда я поролончик применяю, прямо вот сюда на эту ставлю, где камера, можно приклеить, меньше шума. В городе весна, ручьи. Снега еще полно. Завтра 1 апреля, день смеха. Всех поздравляю. И закончим пока. Иду таким шагом.